Почему? Ну, он только пришел. Да? Тебе сколько лет? Лет 18. 20 лет в армии служил? Нет, а почему? Что, ребенок учится, короче. Учится? Понятно. Так. Пожар знает. Технику безопасности знаешь, да? Пожар, ну, учили. Что делать, если там что-то загорится, там, туда-сюда? Ну, вот, загорится пенопласт, вот, что ты будешь делать? Пожар. Что будешь делать? Точки бумаги, переводчики. Говорит, там пробка есть. Где? Вытягиваешь, ну, на реке. Она тушительная, она тушительная, говорит, пробку таскаешь и тушишь огонь. Да, но нажать надо на эту, да? Да? Ну, так стоит уря. Вроде кашем иди кшишь на огонь. А вот ты же покрываешь, да, все правильно? Вот на покрытии краска. Работаешь, краска, да? Краска мне книги. Там техника, потом там лицо не намазывать тебе, там боевую раскраску не делать. Mm. Да? Пистолет айку, руда ноги, амрата ноги. В курсе, да, то есть этого? Ну так-то все можно, специально еще, ну, гимн знает все равно, и российский, гимн знает? Таджикский все знает. Российский не знает. Российский гимн знаешь? Нет. У Русира гимн, она меня не в гимне Россия. Не знаешь? Таджикский пойдет? Таджикский? Ну как бы вроде бы в России работаем. Ну давай таджикский, чё? Ну, а мы до месяца я вошел. Я вот с этой чего? Я не снимаю. А? Погромче. Давай погромче, да. Я не понял вообще. یار جمان دیما با وقت ما سار عزیز تو بلند با ترس زیدوری زمان ها رسیده زمان ها رسیده این وزیر پرچم تو صف کشیده این کشیده این نه نو پاتری پاتریتیزم ایتو خراشو نو سیه تک دار چه؟ سیو там астер ваташ короче, да? Ну да, потом к мастеру подойдешь и распишешься. Я сейчас по пожарным пойдем, и все. Бараха. Бара уже там, за нами возьмем.